Надежная шлифовальная машина Makita 9911K. Инструмент поставляется в фирменном кейсе для переноски и хранения. Помимо шлифмашины и кейса, комплект поставки включает шлифовальную ленту, пылесборник и пакет документации. Посмотрим на инструмент поближе. Makita 9911K предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей заготовок из древесины, металла, пластмассы и других материалов. Устройство выполнено в корпусе из прочного пластика и весит 2 кг 700 грамм. С тыльной стороны рукояти выведен 2,5-метровый кабель питания для подключения к бытовой электросети. На самой рукояти расположился курок включения и кнопка блокировки. Снизу на корпусе находится винт регулировки направляющего ролика для достижения соосности шлифовальной ленты, а слева вынесен клапан для крепления пылесборного мешка. Мощность устройства составляет 650 Вт. Длина ленты равна 457 мм, а скорость ее вращения может быть изменена от 75 до 270 метров в секунду с помощью регулятора скорости вращения. Он разместился на носовой части инструмента и предлагает 6 ступеней настройки. Makita 9911K пригодится для шлифовальных работ, а также для зачистки поверхности от краски, лака и ржавчины. Машина имеет низкий уровень шума и вибрации, двойную изоляцию сетевого шнура и возможность стационарного крепления. Это компактный и надежный инструмент для бытового и профессионального использования.